Привет! Северное сияние уже скоро заканчивается, самое время выпустить ролик по этому режиму. Актуалочка! В данном видеоматериале я собрал интересные, веселые и фейловые моменты с новой потасовки. Такое лайт расслабление нейрончиков после напряженности в крайнем ролике. Мы специально выбирали какие-то нестандартные сборки на фан-оружие, никаких ховеров, единственный момент, когда наша машина летала, это было падение с моста. Мы взлетаем! Так что, как минимум, за мужской колесный подход можно лайк поставить. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Я вам пожелаю, когда напомню про свой Twitch и про свою специальную ссылку. В первом варианте можно жестко поймать кринжа, а второй уже более полезный. Если вдруг решили задонатить, то вы можете сделать это по моей ссылке. Она даст вам скидку 3% на весь магазин Гайджин, но также наклейку в подарок. Все в описании, а теперь приятного просмотра. Эрик, пошли играть, Эрик. В пати. Жаришься? Это я про дронов. Угу. Да. Чикен? KFC? Кентукен? Спасибо, брат. Пожарил. Ладно, я рад тебя. Ой. Да. А сейчас ты проверка на доверие с твоей стороны. Как дела? Ладно, понял. Не прошел проверку на доверие. Ой, это тактика приманки называется. Да пошел ты. Чувачок, я тебя скинул. А вот это жесткая автоподстава была. А чел там сдался? Да, чел сдался. Ну, значит, нам надо сдать других нахуй. Проц на 35 крутится. Опа. 35 не может. Тебя перевернете, нет? А что случилось? Что случилось? Ну, это, кстати, Эрик был. Да, блядь, Эрик сзади меня был. Ты дёк. Вот сюда жесткие. Вот сюда жесткие надо, пацаны. Подождите, я такой ворот сейчас сделаю. Бархатный. Бархатный, ребята. Подкрадули. Что? Я перевернулся на подкрадулях ваших. Все, встал. Правый, пацаны. Вот сейчас уже можно. Я на левый тоже. Зачем ты перед нами кидаешь? Да, перед нами не вариант. Стоп, а последний у нас что? Не колесо? Ай! Ой! Хорош! Подстава не удалась. Тебя не отпускает? Живой. Там чел сзади едет, держу в курсе. Не подставляй. Да, спасибо. Это Дрима? Это для меня. Ай! Как дела, родной? Как ты заподставлялся? Смотри, бочка. Не. Давай без этого. Там реально чел один остался опять, смотри. Я тебе помогу, брат. Не. Смотри, у меня диск вместо колеса. Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фуф. Кефтеме. Не. Да не, ребят, у нас один опустошитель, нам тиммейтов надо кого-то продать. Стой, так нужно колесного. Предлагаю тебя. А, ну давайте кого-то с моста, может быть, спихнем. Вот. Смотри, вот так капкан ставишь. Мне не нравится бип-боп. Мне бип-боп. Как дела? Опа. До свидания. Переверните, пожалуйста, по-братски. Спасибо. Ника, еще просишь, чтобы тебя перевернули. Опа, ховер пошел. Все, вот это уже есть интерес. Там такая автоподстава, Саня, была. Я еще не понял, о чем Саня говорит. На. Саня. А как вы ее не пробили? Автоподстава не удалось. Так я не на капкане, ты видел? Я на бочку залетел. Квазары. Блин, Сосик, там бы куда-то, знаешь, в одну сторону встать. Здесь слишком большая площадь поражения, ну что-то и... Типов-то особо и нет. Сейчас я против бочек попробую. Сейчас вот со стороны попуска тошить. Еще 20 сек жить. Сосик, можем ты с одной стороны встать, я с другой вот так вот. Вот здесь вот. Так вот засер производить. Да. Хорош, лучше. Пошел нахуй. Кстати, инвиз есть на этом крафте. Да ладно. Спасибо. Под конец. Ты меня спас. Опа, давай. Подожди, можно? Хороши. Их чаще. Нормально. Да, согласен. Я тоже не почувствовал. Ой-ой-ой-ой, там...
Так, давайте, кто первый заразился, тот лох. Тот попуск. Согласен. Ладно, тебя просто скину в яму. У нас уже 8, да, лучше по-хорошему. Вот, поехал, блядь, поехал. Опа. Мне кажется, я мышку... Мне кажется, я мышку в стол вжал вот прямо сейчас. Так, вот здесь вот нужно аккуратно размансовочку, во-первых, поймать, во-вторых, с моста не... Спасибо, спасибо. Меня заносит. Ну чё, народ, погнали, на! Будь здоров. О, ну вот, кстати, у нас... Кого-то стопнули. У нас доработки крафтов произошли, вот... Коба едет. Коба протыкает. Коба жесткий. А он дроновать, надеюсь, проткнул нашу? Санечка, промать лишнее было. Я чуть тоже сейчас не попался на ловушку. Перед эфиром. Прости, мама. Да, да, да. Санечка, Санечка, сзади. Спереди. А вы что такие слабости, блядь? Дура, зарули, на! Кто первый сдох в прошлом раунде? Нет, я-то упал с моста, это технический моментик. Ну да, да. Убрать. Давай ставки, ты сейчас от квазара развалишься. 91 рубль ставлю. Давай, если ни одного квазара не попадает, ты мне 100 рублей на карточку. У меня брать. Хотя бы один, а у тебя в прошлом раунде 0 было. Слишком много. Я могу только 1 рубль на аукцион. Че, развалился, брат? От квазика. Нет, ты живой. Мансил хорошо. Базар у Чикаго. Давай проверим силу искр. Давай проверим силу искр. Давай. Ты разгоняйся уже, дядь. Нормально. Бэмс. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Каменоломня. Каменоломня. Ладно, давай по газам. Здесь еще квазары надо отмансить. Живем. Подождем отважно. Ебать. Подожди. Родной, родной, хорочу. Так, мы отомстим за каждого. Мы отомстим за каждого. Мы отомстим за каждого. Синон, как дела? Ну нормально. Там ворота не открылись, кстати, может. Да, 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 да. И квазар там не стоит в конце. Нужно. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Эрик, встаешь? Да. Не. Ой. Встаешь? Стою, стою. Опа. Ой-ой-ой. Встаешь! Ой-ой-ой! 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 О, как ты отмансился? Больше никак. Как дела? Уютно? Пида. Мне штраф, мне желтая карточка заранее прилетела, ебаный сыр. Понял. Как? По шапке? Да пи***ц, как Мишу за хлебом, блядь, отправили. Максим, а, я тебе куда казал ехать? За хлебом, а чё? Да ебать, иди нахуй. Ну вот так учиться верно. Переверните, на грани он был. Только что. Я на второй грани, блядь, чего почти догнал, я бочку кидаю, и он взрывается прямо передо мной. Чел, нахуй, свои эти квадрокоптеры, локаторы, блядь, открой нахуй, линзы. Да я просто стоял, куда мне в стену въехать? Ладно, там, если что, ребята сами подкорректируются, я думаю. Да, на мосту, я думаю, парочка улетит. Ну да, ладно, давайте до моста. Потому что я смотрю, тут карты такие у челиков веселые. Особенно ставлю ставку на Кавказа, что он не проедет. Это что, скачки какие-то или что? Вот так вот? Ладно, я специально наеду, чтобы, типа, ну... Ой, я только сейчас час увидел. Ну что началось-то? Ну что началось-то? Опять прервался. Ну что началось-то? Ну что началось-то? Пацаны, пацаны, первые к мосту. Давайте первые к мосту. А ты, блядь. Погнали на скачки. Не едьте налево, не едьте налево, предупреждаю. То куда? А я пос***бам. Кавказ умер, как перевернулся. Кавказ улетел, я сказал, что Кавказ улетел. Вообще, я потрошитель ставил на мост для того, чтобы по нему обсушитель проехал. А получилось так по случайности, что кавказец наехал. Мой смех вырежешь, пожалуйста. Так и не ставь перед собой, пожалуйста. Не, я не буду. Мы же на серьезке. Да. Вот сейчас проход, Эрик, назад кинь. Кидаю. Да не в меня. Ты сам попросил. Я бочки словил. Пацаны, я перевернулся.
Так я тоже перевернулся. Я вижу, блядь. Инвалиды. А я живу. Давай. Я. Опа. Аня, что у вас за такое оружие дисками пуляется? Хорош. Вы там можете? Откройся, нахуй, калитку. Засор. Бля, на самом-то деле, даже три дамщика, это очень... Ебаный колбасный Ларгус не справляется со своей задачей. Ларгус. Приближайтесь к нему. У меня тильт, нахуй. Не хочу я за попуска играть. Что? А что там было? Мне кажется, я был в типе уже, не? Я пытался. Уезжай, гони. Гоню. Он... Посмотрите, что здесь происходит. Это такси. Там все переворачиваются, взрываются, друг друга в бочки толкают. А? Синас. Ларгус или Аргус? Ларгус. Сосиска Ларгус. Да, кабан нам затрагивает. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, какой-нибудь момент из ролика вас улыбнул. На связи был Chainsaw и Гач-пачка. Будь здоров.